вариант номер раз, коронное колесо и колесо заводного барабана. Здесь снайдинг эффекта нет, так как пока сделан только один проход. Вот будем считать, что это вариант номер один. Такой вот. Сейчас поставлю его обратно в нашу цангу и продолжим работу. Вариант номер два. Здесь уже два круга. Ну вот, выглядит он как-то вот так вот. Сейчас попробую перенести его прямо вот под точечные источники, вот такие вот светодиодные. Вот выглядит он вот так вот, под такими точечными источниками света. Сейчас я уже применяю даже не какую-то пасту, а такую смесь паст, чтобы она у нас переливалась, блестела. Конечно, на видео смотрится так грубовато, но вживую, конечно, она смотрится гораздо мягче, так как глаз все-таки без увеличительного стекла. Ну, вот мне кажется, этот вариант самый оптимальный. Когда мы нарезаем много кругов, 3-4, то уже получаются какие-то свастики там. Вот как-то, наверное, для сравнения. Здесь вот у нас три круга. Выглядит вот так. Как бы вариант номер три. Но мне кажется, он немножко более, как бы, более усложняет, перегружает сильно. Все-таки есть как-то вот помягче смотрится.